Так, там медовый воет от Найна, знаменитый. Знаменитый медовый воет от Найна. Let's go! Тот самый знаменитый медовый воет от... Ну вот, Найн, конечно, радует, да, вот. При всей однотипности, на самом деле, доты сейчас, Найн, по крайней мере, частенько берет что-то такое очень свеженькое в мид. Да, так, блядь, ладно, я все понял. Здесь обе команды удивляют нас. Я даже не обратил внимания. Это типа Кэрри Марси. Это Кэрри Марси. 18 плюс контент. Опа! Сакса! На! Найс интрек. Хотя! Вижен! На болтку пошла музычка! Опа! Эть, сука! На! Ах, фейрик пьет! Сука! На! Забили Саксу просто палками. Так, ладно, Снэйкинг, 42-й ранг, Скитер, 33-й ранг. Найн, 134-й ранг, 33-й непонятно какой ранг, Сакса, 5-й ранг. Инсэнни, 87-й ранг, Зай, 78-й ранг. Микки ранг потерял где-то, Бокси, 400-ник! Где-то рядом с Данькой там. И Матумба 25-й ранг. Бокси. Закатывается вперед. Закатывается, укатывается. Зай себе ботинок хочет, чтобы раззор до него не доебывался. В миде пошла крепкая ёбка. Кстати, Марси очень жестко перекаешивает своего визави. Это просто жесть какая-то. 9-8 на 5-0. Зайдет, у него есть прыжочек. Так, и вот Вивер умер. Бывает. Погиб и погиб. Тут еще огромная пачка крипов пришла под ликвид, под их вышку, но Матумба грамотно уводит эту пачку крипов сюда, чтобы поддинаить, а такая пачка пришла, потому что 33-й кабасиком, судя по всему, увел пачку крипов с линии. В итоге 33-й тоже здесь хочет немножко, опа, подинаить крипчиков. Убили Найна, две девочки. Немного пососал, но у него хоть скиллы какие-то есть, хоть какой-то дэмэдж. Там может лес пофармить, может кого-то попробовать убить. А что воет? Ну, может пойти хроносферу поставить, но кто бить в него будет в эту хроносферу? Ай! Этот стики не нажал, понятно. Видят Снэйкинга. Снэйкинг говорит, помогите. Скитер говорит, иду помогать. Ой, и зря развернулись. Ой, Бокси. Бокси сломал человека. Скитер дерется с Бокси, насосал там дэмэджа много, но опасается, потому что... Блин, напали на шар. Шар пока жив? Не надо, шар! Ты чё, они тебя потеряли? Ой, ой. Шар разбили. Драка против Инсэни на центральном коридоре. Найн пытается спасаться. По хроносферу ставит, чтобы не сдохнуть. Блять. Как же я устал ждать боевой пропуск. Вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный ДК-хук. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим охота за сокровищами. Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. Как ни крути, а играть будет тяжело, скорее всего. И когда ты к этим героям добираешь еще Кэрри Разора, то есть это мог бы быть Кэрри ЦК какой-то образный, у него хотя бы стан есть рифт, он может изменить позицию противника, застанет его, да. Вот, но когда ты берешь еще сюда Разора какого-то, в конечном итоге ты такой, блять, пора пикать Воида в мид. Ну, наверное, вряд ли. Ой, на 33-го присели, на лицо прям села ему Марси-то. А тут еще и Донбрикер падает сюда. Ой, ааа, не про... Это как так вышло-то, блядь? Это подарочные! Это акция 3 по цене одного. Смог убить. Все, он прыгнул, забашил. Баш. Еще баш. Не, ну так, конечно, можно, когда два баша просто прокает. И еще в конце баш. Не, ну, несмотря на то, что 1-11 счет.
Как вы видите, Dota Plus не уверена ни в чем, вообще не уверена ни в чем. Ну, 0-4-0, и дело даже не в счете. Не надо, дядя. Найн! А как же стик нажать? И мидас не в КД, в каком же он тильте? Даже ПТ переключил. Все равно сдох. Так, Висп. Висп хотел Войда, видимо, спасти. Но в итоге бедный куб сейчас будет страдать. Да, его перекидывают, и Снейкинг тоже отправляется отдохнуть. Ма, Микки тоже идет сюда. Сакс, он понял, что его видят. Говорит, не надо. Тетя, тетя, не надо. Ульт, жми. Ёкарный бабай. О, что? Он уже снизу. Блять. Надо бы ульт нажать куда-нибудь, побежать в другую сторону. Рассекретили жука, 0-5-0 статистика. Оба. Найн. Палка! Сыка! Прыжок! Ай! На развороте! Проставить хрона! Зай! В крипа дал Solar Bind! Пьяница! Ну реально пьяница же, ну! Ай, Solar Bind, ты весел туда, иди сюда, говорит, скитер, ебаный. Не! Палка! О, Висп! Гении игры, а будут ли они туда... Да не, наверное, Виспа просто отдадут. Как бы не было прискорбно, попытка будет спасти Виспа, скитер дал ТП, но нет, то перекидка моментальная, все. ТП, получается, Зай развел лоха, а тут Микки... О, ебаться в телевизор, говорит Разор. Пойти вместе. Но они этого не делают. Так, а там арена. И понимает Найн, что попахивает писюном. Пытается... Ой, что? Ой, Найн сворвала Йейгус, еще дерется и сваливает. Опять шар разъебала. Ой, Найн разъебала, кстати говоря, вместе с шариком. Надо что-то придумать. Прыжок. О, нет, никаких прыжков здесь уже не будет. Ну, Найн хотя бы Йейгус украл. А Сакса поселился в чужом лесу. Фармит здесь, под своим вардом. Кстати, Джимми, это так. Войд, получай светом в рожу. И получил светом в рожу, действительно. Блин, какие анимации у Марс, конечно, прикольные, да? Не сгораем, потому что рецепт уже летит. Ай, шар, Мека, Мека, стики, блядь. Щенок, блядь, за что тебе зарплату платят? На дворе. После седьмой похуй. О, 0-7-0. Так все, похуй теперь. Скитер. Скитер уснул за компьютером, за кудахтером. Ой, как ебут-то. 20 уровень. Ай, ты шишка сраная. Ладно, тут драка какая-то происходит. Матомбо ловит. Вот это хрона, так хрона. Не, ну так реально хорошая хрона. Он спасает 33-го и убивают Матомбу. Но правда много там же Микки. Умирает Микки по итогу. Это крипы. Крипы 33-го здесь устраивают секс, лютую вечеринку. 33-й дерется до конца. Его крипы реально всех трахнули. И Сакса, кто пиздел, двойное убийство уже здесь. Стекинг, эй, весл, хуесл, больно. Больно в ноге не нажало. Сенсринг, сука, че он кнопки-то не жмет, блядь, алкаш. Извините. Оу. Ой. Ой. Подобного их это будет ебать довольно сильно. Опа! Ой! Похуй! Блин, убили этого громозавра. 33-му нужен новый крип. Он очень много дамажит на самом деле. Скитер присосался! О, ёбка пошла, нереальная, профессиональная. Ну сюда Даунбрикер, с Аганимом падает, сколько же она хилит. Иди не попасть ни в кого, падает Даунбрикер. Но Микки все-таки погибает, но Матомба арену разложил уже. И ёбка продолжается, инсценя себе ультимейт, не себе ультимейт, кому-то ультимейт там. Скитер все еще жив, байбекается Войд, у Скитера проблемки. Ай, шар ебаный, спаси меня, говорит Разор. Red Shar опять опозорился. И 33-го засунули в Хекс. Погоня за ним, 33-й пытается спасти здесь бегством, но он умирает. И Найн байбекнулся, но толку-то от его байбека немного. Он Айон Диск себе хочет купить. Да, и там Рошан будет умирать потихоньку. Блин, сколько же Даунбрикер нахилило своим этим ультимейтом? Это просто
космос. 5400 Разор успел надамажить. Макака пятерик. Но там Донбрикер столько хилила, что в итоге Марси жила просто бесконечно. Блин, 33-го выебали и раздели просто. Сначала выебали, потом раздели. Бедный шар. Не знаю, где он. Нашли. Гему зая, а? Зеленый глаз. Зеленый глаз зая все видит. Три 700 у Найна. Опа, не понял. Матумбу уронили? Матумбу трахают. Ультимейт. О, Найн. Электрик. Нет дэмэджа. Как же там хилиться-то, ёб твою мать. Как убить? Сыка, сыка. Иди сюда, рыкал, ебаный. На. Блять. И тут уже хекст на лице. Ой, все, умирает. Байбака нет, гага. Ну, так скажем, не задалась каточка, наверное. Так это мы можем назвать на первую тундру. Но они будут наверняка смотреть реплей, и вот они их охренеют, наверное, от того, что на образной 20-й минуте они даже вели. Ну, в этот раз явно тундра поувереннее провела драфт, ну, постабильнее. Они как-то вспомнили, что было бы неплохо на саппортах иметь какой-то контроль. И появился у нас Марси, у которого есть стан, и Феникс, у которого, конечно, не то чтобы прям дохуя контроля, но у него есть яйцо, которое, если взрывается в драке, то это, конечно, контроль солидный. Дают ему пизд... Оп, Бокси. А вы что-то гуляете здесь, да? А что это вы тут делаете, Бокси? Ну, я не думаю, что Бокси отсюда имеет шансы уйти хоть какие-то... Снэкинг забирает ФБ. Импакта не супер много от нее. И Феникс сдох там где-то. Да. Опа, ну Матумбу нападают. Тумба. Это Тумба. Это Матумба. Вот. Одного трактул. И второго ебет. Секса. Сука, крип. Убей ранжевика. Вот. Прямо из-под носа Найн. Ну, там было опасно, там Микки мог забрать ДД, и там бы, на самом деле, он бы всем пизды дал. Вайпер. Это движ Париж здесь. Матумбу ультимейт прокачал. Не в стиле Пюрехи. Тот ультимейт не качал, а, кстати говоря, зря. Вот почему зря, потому что... Бам! А не было бы ульта, и не убил бы. Еще одна шрапнель, очень много дэмэджа. У Сакса проблемки. Сакса перекидывает здесь с прогиба Матумбу. Ой, у Найна теперь неприятности. Ну, у Матумбы уже ни маны, ни шрапнели, ничего нет. Но он тут уже все свое сделал и пошел обратно качаться, Матумба. И на самом деле не супер много, это не ТБ тебе какой-то. Вот, но в начале... Типа у всех героев немного ХП и немного брони, и вот это вот все, как бы все уязвимы, а у снайпера шрапнель. И он не понимает, как повеселиться. Но тут команда приходит и говорит, давай вместе, Зай, давай, Людвиг. И да, начинается веселье, Сакса получает пиздюлей, хочет прыгнуть куда-то, и он умирает, Сакса. Пришел какой-то, ага, тут Матумба забрал вышку, и 3 на 33-го нападают, 33-го... привязывают, и 33-й просто погибает. Инсенни спиздил фраг, сука, чтобы радиус атаки был еще больше. Но это логично, да? Там и пик уберут потом, но Хурикейн Пайк. Так, Зай погибает, разменяли его на Пангольера, еще умер Тини. Какая-то ёбка непонятная, ультимейт от Виверны, очень солидный получился, потому что Сакса, в принципе, умирает, и тут же на скитер падает. Матумба, аккуратней, Тумба, мог бы убить яйцо Феникса, кстати, под Момом вообще ноль вопросов было бы, наверное, и ноль проблем, но что-то не сообразил Матумба изначально. Может, ранжи немного не хватало, хз. Ну, 15 урон точно не лишнее. Скейтер на Вайпера нападает, но тут рядом Найн. Матумба, пэм. Получается, зря их Пупеха кикнул. Но я тут читал интервью от Матумбы на днях. Матумба написал, что он сам ушел. Типа, он вообще думал забросить карьеру. Типа, вот. Ну, короче, он от всего устал и так далее. Типа, что-то все ему надоело. Все опостылило. И он думал прекратить играть. И он ушел из Secret. А потом что-то ему из Liquid написали. А он такой что-то думает. Да, давай, поехали. Ну, естественно. Матумба и Зай... гораздо лучше, чем многое, что можно вообще
выбрать в мире. Умер Скитер, пока я читал этот донат. Яйцо! Яйцо стоит! Бокси, нет! Бокси, конечно, трахнули здесь. Да, и Cold Embrace не особо помогает. И на миде начинается какой-то замес в это время. У Зая проблема, но его сейвит Виверна, очень круто! Марси убивают, чужой ультимейт Виверна, 33-й ультит в эту самую Виверну. Что ты сделала, блядь? Уже все кастануло. Ёб твою мать. Ну и заканчивается на этом моменте замес. А Инсания выживает. А, 33-й, прикиньте. 33-й убил Виверну, кинув в нее вот этим крипом вот это говно. Бедная Виверна, вон, от Ice Fire бомбы догорела. Так, смотрите, Сакса выслеживает Матумбу. Матумбу перекидывают и... Бабочка, помоги. Бабочка есть, реген имеется. Сатаника, кстати, нет, но сейчас все может плохо закончиться для товарищей из Liquid. Матумбу контролит, ему просто и стал не выйти. А где команда? А где команда? Матумба в итоге нажимает БКБ. Тут на бакалане какой-то замес. Яйцо Феникса ставится, пытается Матумба. Ой, Матумбу спрятали в Cold Embrace. Он не может по яйцу бить, блять. ГГ проебали. Матумба байбекается, но мне кажется, это в один конец уже тут байбеки. Хотя, ну, вообще, не, ну ладно. Может быть, рано их хранить. Еще пытаются Найна... А, да, все, пиздаем. Пиздаем! Да, Скитер убивает одного, делает пока что регруппировочку, но перекидывают снайперы с прогиба Марсия. У снайпера нет уже БКБ, Микки здесь тоже страдает, и все умирают. И... Ну, можете ГГ написать прямо сейчас, на самом деле, что, как говорится, бухтеть-то там Рошан сейчас упадет. Так, Сакса перекинул с прогиба Виверну. Виверну убить очень важно. Яйцо Феникса стоит там же, где Микки. Это полная ебанина происходит. В итоге Виверну убили. Погоня за Заем. Скитер использует ультимейт. Иллюзии работают. Катается здесь. На где снайпер вообще находится? А вот он, снайпер. Его кусает петух. Ай! Больно, не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, сломали. Сломали ебало деду. Но тут же Сакса прикидывает Виверну, она после байбека, Виверне очень плохо, умирает также Виверна. Яйцо Феникса, еще одно, это уже рефрешер, оказывается, здесь имеется у товарища Снэйкинга, минус 3. Нападают также на Микки, погоня за ним, Скитер дает станчик, рэмпэдж от Скитера уже. Неожиданный рэмпэдж от Скитера, ну, че, я не знаю. Че тянуть кота за яйца? А, Зай жив! Зай, давай. Can you отбиться? Ну, кстати говоря, байбекнулся Микки и... Тундер даже как будто бы убежал, но на самом деле никуда они не убежали. Сайленс на лицо Микки, он умирает. И Savage Roar в Зая, и он тоже умирает. У Зая есть байбек. Time to байбек, походу, да? Нет, ГГ просто. Все-таки time to ГГ. Ну, вот так вот оно все и произошло в конечном итоге. И не смог снайпер никого победить. Так что, как вариант. Но это инвокер. Просто инвокер. Вот это инвокер, да. Это непонятный герой, когда тебе нужен какой-то. Это и есть инвокер, потому что инвокеры типа все есть. Матумба. Ой! Матумба! Тумбочка, матумбочка. Но ФБ забирает Инсения. И Скитер там дал пизды кому-то, но его тоже забирают. Охереть тут замесы по всей карте жесткие. Остальное Найну насрать. Потому что если EMP не попадает, это пипец как отстойно. Потому что EMP, он же ману как бы высасывает из противника. Если EMP промазать, то он ман-то стоит много достаточно. И ты в говне. А так украл ману и жить можно. Сакса и Инсения. Самого визажа. И он забрал, более того. Гигачат. Ой, у Зая проблемки, но здесь команда на месте. Скитера перекидывают в прогибу, но рядом. И Найн, как же ты вовремя, Найн. Но Скитеру помогите, как-то спасите. А, ой, больно в ноге, стики заюзал, но не хватило этого. Ай, успевает Микки застанет Саксу. И Микки с третьим диаболиком накидывается на вышку. Для Микки вообще по кайфу, конечно, потому что котел. Который подливает полный бак по чуть-чуть, и Микки тут радуется. Ой, с прогиба Саксу перекинула, и Саксу еще живет. Палку дает. Палку давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам.
Ну, Зай забирает фраг. Кстати, Зай себе фармит такой интересный предмет первым артом. Ну, так делают порой. Периодически на разных героях. Арчит. Арчит. Ой, как же разорвалось здесь ЦК. Но, по-моему, на третьей карте Liquid решили, так скажем, раскрепоститься и быстренько закатать. У них это может получиться, потому что пока все к тому идет. Летит. А здесь уже Бокси бежит, а Бокси врывается, перепрыгивает, отпрыгивает. Сакса! Ой-ой-ой, Микки подняли в торнадо. Ультимейт от Инсенница не погибает. Микки в неуязвимости, но потеряли Оракла уже. И хотят ли продолжать здесь драться? Не боятся, Матомба. Он с Аганимом. Он на самом деле потихонечку начинает вытрахивать всех. Уронил Саксу просто с дерева. Саксе моментально пизда. Там Котл продул. Очень больно. Рейспакт работает, но скоро он уже там закончится. Да, заканчивается рейспакт. Гонится за инвокером. Вот тот самый Сайленс. Бокси, 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 Бокси. Бокси хочет с прогиба кого-нибудь перекинуть, но не получается. Все убегают, Скитер убегает. Все при них, но многого они не добились. Хотя ладно, кто пиздел. Матумба догоняет Скитера и просто дает ему в ротацию. Да, и тут же Рошан. Да, тут еще и ДД для Матумбы. Вообще халява какая-то получается. Найн побежал, побежал, побежал. Но сейчас получит. Не получит. Хотя, что? Кто? В инвиз ушел. Он не видит его. Ай, видит его. Не надо, дядя. Блин, подошел дядя, ударил кадилом своим или что это? У него какой-то этот кирпич какой-то, не знаю. Кирпич на веревке. Опасное оружие очень, если что. Ой, Саксу поймали. Сайленс на лице. Марси на месте. Сакса. А! Микки тоже на месте, оказывается. А вот он и сюда Матумбу присосал. Скитер, не знаю, что ему делать. Скитер, помогите! Спасите! О, торнадо. Спасибо. А дальше? А дальше помогите! Еще помогите! Больше не помочь тебе! Но в это время Лешака убили, и Бокси вместе с ним неожиданно. Хотя ладно, кто пиздел Бокси. Ладно, умер все-таки. Захаркнул его 33-й. Респект работает. Респект против Матумбы хорошо работает. На самом деле Матумба теряет там огромное количество дэмэджа. Но дэмэдж все равно есть, даже несмотря на респект. 33-й вызывает новых птиц, сажает их на лицо Матумби. Как же 33-й? Ну, херово, блять! Помогите, сука, барабан жми, барабан, барабань в барабан. Барабань, барабань в барабан. Ну, нет, блядь, возможности выжить как-то. Снэки, ну где Грейв, блядь? Ты, на Дазле. Я так же Грейва никогда дать не могу, как этот Дазл, ебого. Вот смотрите, Грейв был все время, все время. Но он думал, попозже дам. Вот я так же всегда думаю, когда на Дазле играю, думаю, ну попозже дам. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть. И уже как бы поздно. Это быстро перебегать куда-то. Он, блядь, почти на максимальном ММС тут бегает. И... А, что это, блядь, такое? А что он хотел-то вообще? Он Макакина сам обосрал. Ну ладно. А, и тыпает повсюду Бристлбека, который фармит то, фармит все. Все они отпушивают, подпушивают. С точки зрения качки по карте, ну, что-то додает 24 урона. Зай гонится за Найном. Найн такой, не надо, блядь. Не надо! А! Ну, такой, не очень удачный. А вот и он и Баратом. На! Ой, если Баратом, Бристлбек, на! Иди сюда! На, 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 на! Бам, 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 бам! Хм. Ну, они просто дали ему пизды, на самом деле, в этом матче. Что-то вообще, ну, какой-то он никакой. Саксу там трахнули. Вышку... Вслед за Саксой трахнули. Ну и бешеный Йош-то останавливаться не собирается. Он уже на рампе у вас. Есть глиф. Есть торнадо, есть EMP. Хоть какое-то удовольствие получить можно, но котел маны подливает, поэтому пофигу. За счет визажа можно было бы... Что это такое происходит? Уронили Саксу. Как же больно. Ладно, нормально. Ладно, больно. Грейв! Грейв, блядь! Грейв дал! Уже поздно, или уже рано, или чё. Микки там в ультимейте, точнее говоря, в агониме бегает. Сжёг птиц, сука, прям через грейвкипер клок сжёг птиц, говорит. 33-й я в тильте, надо 18-й левел ему апнуть. А у него птички летают. И чё толку-то от этих птиц? Ладно, кто пиздел? Кто пиздел? Птицы-то прям ебальник сломали на шаку. Ну вообще, где был Оракл? Алло, нахуй. Где Оракл? Где ульт? Мужикам из тундры сейчас переждать вот этот вот Аегис. Минута осталась. И не нафидеть бы. Ой, 33-й.
На него гони. А! Ой-ой-ой! Где Дазал? Грейв! Грейв! Грейв есть! И 33 ТП делает! Дазал сделал дело! Но успеет ли? 20-15 секунд до Егеса. А это кто? Это Сакса, его с дерева уронили! Это диско-шар! Он захотел потусоваться в нем и упал, ногу подвернул. А в мидере, в миде стоит этот, Байер, купил аккаунт, ой, Скитер, только не баш, баш не баш, а баш-то нет, что он там вроде покупает, 33-го трахнули, импакт пошел, муск пошла, Матумба, нападает на него Скитер, но на самом-то деле идея не из лучших, это мягко сказано, идея пипец хуевая, но тут торнадо, байбак от Дазла, умирает Скитер, у меня тоже есть байбак, но... Есть ли вообще смысл? Ну, арену макак разложил. Что-то этот макак вроде там делает, но на самом деле дэмэдж-то нет, поэтому и импакта нет. Матумба получает МС от боксера, баб. Так он же и так какой-то свин превратился, еще и в свина, только теперь официально. Так, а ну-ка иди сюда, говорит Ска. Что-то не особо чувствует Матумба это всю историю, это опять... Хрючево какое-то началось. Ультимейт от Оракла. Матума нажимает БКБ. И начинается дичайший секс. Тут еще и дискошар. Все танцуют. Скейтер пока что в грейве. Санстрек там чутор фулл хп. Потому что сатаник нажал. В ульти Оракла отхилился там. Бокси стан получает. Тут Мейки входит. Жестко. Сюда. Бокси до сих пор живой. Вот теперь он умирает. У 33-го проблемки минимальные. Ну как минимальные. Максимальные. Ой, под фонтаном ёбка началась. Это Матума под фонтан зашел. Агрессивненько. Матумба, все еще жив, всех убил. Матумба ультракил, рампагу. Давай. Вот это я понимаю, игрок. Может, твой отсосайся так, пупей. Может. Вот игрок. Трахает их.